Праздник проведен под названием «Хлеб и хлеборобы ценились всегда и везде». В нем приняли участие труженики ООО «Агрокомплекса Ростовский», ООО «Агрофирма Раздолье». Руководитель агрофирмы «Раздолье» Демура Иван Викторович поздравил всех с завершением уборки. Хочу вас поздравить с окончанием уборки. Впереди у нас очень много работы. Еще уборка пропашных, поздних, также сев колосовых, подготовка почвы. Еще очень-очень много работы. Но, тем не менее, мы проделали тоже немало работы. 70% работы мы уже выполнили по сбору урожая этого года. За что вам большое-большое спасибо. Слава трудовому народу! Также Иван Викторович наградил лучших тружеников агрофирмы. Награждается водитель автомобиля ГАЗ-53, гаража 5, Королев Геннадий Анатольевич, занявший первое место по перевозке зерна в комбайне. Награждается грамотой почетной лентой. Итогом 2 Линд Владимир Васильевич. Завершением уборочной страды 2022 года поздравила глава администрации Малокирсановского сельского поселения Наталья Щербина. Поздравляю вас с успешным завершением жатвы 2022 года. Вы добиваетесь замечательных результатов в сборе зерновых. Напряженно трудитесь на уборке, показывая трудовой героизм. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения дальнейших задач промышленного комплекса является высокий профессионализм, любовь и преданность выбранному делу, верность главным традициям. Вы выполняете большое и важное дело. Примите искреннюю благодарность за труд, преданность своему делу, силу воли и чувство чувства долга. Дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, мира, добра, благополучия, достатка и процветания ваших семей. С праздником! Спасибо за труд, спасибо за урожай, спасибо за продукты, которые мы имеем на своем столе. С праздником! Творческие коллективы Малокирсановского сельского дома культуры порадовали всех присутствующих в зале музыкальными номерами. Праздник получился оригинальным, ярким и запоминающимся. Святыня такая, судьба вековая, ты стала для каждого вечной судьбой. Ты звезда шагает, и жизнь не за края, и мысли с тобою, мы сердцем с тобой, и мысли с тобою, мы сердцем с тобой. Мы сердцем с тобой, и мысли с тобою, мы сердцем с тобой, и мысли с тобою, мы сердцем с тобой, мы сердцем с тобой. Прекрасен хлеб на праздничном столе, прекрасны руки, что его творили, и труд, и хлеб извечно на земле, за главные годы, чтоб не говорили. И снова мы, как белого цвета, подносим хлеб и кланяемся в сердце.